Привет, с вами Полина, и сегодня у нас в программе «Голос дети» 10-18 лет начинается. И у нас сегодня батл между двумя девочками, Ариной и Аней. Итак, вначале выступает Арина. Судьи решат, кто пройдет во второй тур. Итак, мы встречаем сейчас нашего первого участника. Арина. Здравствуйте. Вы переживаете перед вашим выступлением? Конечно же, переживаю. Думаю, что я справлюсь. Ну что, желаю вам удачи. Ну а теперь мы познакомимся с судьями. Здравствуйте, я Дима Билан. Здравствуйте, я Нюша. А я Григорий Лепс. Итак, сейчас я попрошу судей отвернуться от сцены. Ну и, пожалуй, мы начнем наш батл Арины и Ани. Первый участник, как сказала Арина. Так, а теперь оценим ответы судей.
Я вижу к вам, к Арине только повернулись Дима и Нюша. Ну, что вы скажете? Мне очень понравился английский акцент, и, конечно, она просто шикарно пела. Прям, тем более, еще артистично так. Так что мне, короче, нравится. Нюша, что вы скажете? Мне то же самое, что и у Билана, но так прям, не знаю, как сказать, сильная, видно, девочка уже видна сразу. Так что мне нравится. А, Григорий Лепс, вы повернетесь к нам? А, да, конечно, сейчас, подождите. Итак, ваше мнение, Карине. Мне не понравилось... пела она хорошо, но мне вообще не понравилась песня. Короче, практически ничего не понравилось. А вот акцент, ну, английский язык не понравился, потому что я люблю песни на русском. Все ясно. Итак, Арина, ты проходишь во второй тур. Ура! Я прохожу во второй тур. Спасибо вам большое. Не за что. Ну и так, пойдем обратно. Итак, дальше у нас идет следующий участник. Аня. Аня, расскажи о своих чувствах перед тем, как выходишь на сцену. Во-первых, я волнуюсь очень сильно. Первый раз выхожу на сцену. Ну, не первый, конечно, но тренировалась я уже. Вот. И так что, думаю, что все получится. Вот, надеюсь прям. Ну, хорошо. Давай, желаю тебе удачи.